50 milliliters of warm water dissolve the salt to test. I will add half a tablespoon. 350 миллилитров теплой воды растворить соль по вкусу. Я добавила половину столовой ложки. Pour 350 milliliters of warm milk into the bowl. Налить чашу 350 миллилитров теплого молока. Add 12 grams of dry yeast. Добавить 12 грамм сухих дрожжей. Микс. Перемешать. Soft flour a little. Немного подсеять муки. Микс. Перемешать. Now 1 tablespoon of sugar. 1 столовую ложку сахара. And mix well again. И снова перемешать. Leave for 15 minutes. Cover on top with something. Оставить на 15 минут. Сверху прикрыть чем-то. Melt 50 grams of butter. Растопить 50 грамм сливочного масла. Add warm water with salt. Добавить теплую воду с солью. Then sew flour and knead the dough. Затем просеиваем муку и замешиваем тесто. I have 900 grams of flour. Муки у меня 900 грамм. Clockwise direction. По часовой стрелке. Now melted butter and knead the dough further. Сейчас сливочное масло и замешиваем тесто дальше. Add the table with the remaining flour. Add some flour to the dough in the bowl and take it to the desktop sprinkled with flour. Значит, подсыпали рабочий стол мукой. Тесто тоже в чаше сверху подсыпали. И замешиваем тесто. Need to elasticity 10-12 minutes. Замешиваем до эластичности 10-12 минут. It should be soft, but not sticky. Оно должно стать мягким, но не липнуть к рукам. Don't add flour. Муку не добавлять. Then it will keep in shape. Тогда оно будет держать свою форму. The main thing is not to hammer the dough with flour. And if you need it, then introduce it gradually. Главное, не забивайте тесто мукой. А если она будет нужна, то вводите ее постепенно. Pull the dough to the middle. Lower it into the bowl. Cover with a lid from drying out. Send it to a warm place for 1 hour. Натянуть тесто к середине. Опустить чашу. Прикрыть крышкой от пересыхания. Отправить теплое место на 1 час. Look, my dough is obedient and soft enough and doesn't stick to my hands. Посмотрите, у меня тесто достаточно послушное и достаточно мягкое и совершенно не липнет к моим рукам.
release the gases, leave for another 1 hour. Выпустим газы, оставим еще на 1 час. Remove the door and rinse lightly. Выкладываем тесто и немного промью. And expel gases, то есть выгоним немного газы. Divide it into 2 parts. Roll each of them. Разделите на 2 части. Каждую из них раскатайте. Leave the sticky part inside. Оставить липкую часть внутри. Let stand for 20 minutes, then roll into a circle, cover from drying out. Дать постоять 20 минут, затем раскатать в круг. Сверху прикройте от пересыхания. In the shape of a circle, about 3-5 millimeters wide. Use the remaining flour minimally. Форму круга шириной примерно 3-5 миллиметров. Оставшейся мукой пользуйтесь минимально. And I have very little flour left. И у меня осталось совсем немножко муки. Let stand for 10 minutes. Пусть постоят минут 10. Сверху можно прикрыть от пересыхания льняным полотенчиком. Heat vegetable oil in a cauldron. Разогреть растительное масло в казане. Fry at high temperature. Жарить на высокой температуре. Fry until golden brown. Жарить до золотистого цвета. This delicious borsak my mom dedicated for my grandmother. She passed away in March 30th. In her memory, my mom, every March 30th, every year, she fried this borsak. It's national cuisine in Kyrgyzstan.